здорово, что все здесь сегодня собрались. Я очень люблю рождественские встречи за сочетание прекрасной атмосферы, дружественной, профессиональной атмосферы и в то же время на фоне этого великолепные творческие профессиональные дискуссии с полезными выводами для каждого из нас. Ну и кроме того, я надеюсь, что, в общем-то, кроме того прекрасного флебологического форума, вы еще будете иметь возможность, не используя ее, лишний раз ознакомиться с Санкт-Петербургом, с его достопримечательностями. Хорошей вам работы в эти дни и желаю успехов здесь и в последующей вашей личной и профессиональной жизни. Я рад, что, вот, несмотря на 30 лет существования Санкт-Петербургского общества, ассоциации флебологов, в общем-то, удается выдерживать хорошие традиции, собирать специалистов, ну, можно сказать, со всего мира в культурной столице России. Для нас это значимая международная площадка для общения и обмена опытом. Хочу выразить от имени правительства города личную благодарность Евгению Владимировичу за разностороннюю такую кропотливую работу, за развитие отечественной флебологии. Желаю всем участникам форума плодотворной работы и всего самого наилучшего. Спасибо.